Еще одно назначение. В структуре администрации назначен начальник отдела инвестиций. Им стала Ирина Михайлова. Сейчас формируется штат новой структуры. Добавлю, что уже 6 июня Александру Шатунову, курирующему этот блок и отделу инвестиций, предстоит докладывать губернатору Югры о состоянии инвестклимата в Сургуте и шагах по внедрению проектного управления. Сургут является пилотной площадкой по реализации этих направлений. Задача в первую очередь – это создание условий, потому что инвесторы приходят на благоприятную почву для этого. Поэтому основная, конечно же, задача – создать инвест-климат, благоприятный инвест-климат в городе. И во вторую очередь, конечно же, привлечение инвестиций и привлекать инвесторов для работы. И второе направление, безусловно важное – это переход к новой системе управления, это проектное управление.